Харьков Экстрим Челлендж. Соревнования, история уже 3 года. Начинали мы с того, что пришли энтузиасты из региональной федерации, заинтересовали, взяли за работу, поставили себе цель принять этап Кубка Украины, провели первый год, на второй год подали заявку во Всеукраинскую федерацию, получили отказ и третий год нам доверили проводить чемпионат Украины в рамках открытых соревнований Харьков Экстрим Челлендж. Проходит в 8 классах в течение 2 дней. Самому маленькому участнику 9 лет и самому старшему более 60 лет. У нас можно отметить самая большая трасса в Украине. Она насчитывает 420 метров. В первый же год мы установили рекорд, и автомоделька разогналась со скоростью 125 километров. Где именно не режут? 1 минута до финиша. Позиции после 4 минуты. Модель. 3, 1. Достать ее. Так куда ты ставишь? 4. Принимаем модели на финише. Папа захотел, чтобы по этому виду спорта занимался. Я тоже захотел. Я пришел в какой-то кружок. И там уже учился. И ты умеешь прям собирать машинки? Ну да, да, умею. А какие у тебя сегодня успехи? Ты уже участвовал? Да, я участвовал и занял 3-е место там. Ну ты доволен результатом? Ну да, я доволен результатом. Это твои первые соревнования? Нет, это уже не мои первые соревнования. Я уже 4 года занимаюсь. Я здесь уже 2-й раз. Запомнилось то, что тут я занял 1-е место. В прошлый раз. Мне очень сильно нравится этот спорт. В этот спорт я пришел в 69-м году. Это мероприятие очень важно, потому что, если вы видели, здесь половина участников – дети. Это будущие инженеры, конструкторы, ученые, изобретатели, которые, ну, можно назвать их будущей технической элитой Украины. Те дети, которые прозанимались несколько лет в кружке, ну, некоторые много очень лет, они, заканчивая школу, это уже готовые инженеры, правда, пока без диплома. Ну и потом у нас идет тенденция та, что многие родители, после того, как начали заниматься их дети, тоже втягиваются в это. Есть семейные команды, коллективы. То есть это очень здорово. Уважаемые зрители, наблюдающие вы чемпионат Украины. Все, Крушакова Алексея, город Черкасы, можно поздравить с чемпионством Украины в классе Е10-21-5. Так что аплодисменты вам. Завтра у нас будет здесь продолжение модели с классом ДВС.